Добрый день. Что ты здесь делаешь в 30 километрах от африканского побережья? Мне нравятся прямолинейные девушки. Ты шпион? Нет, я предприниматель. Как тебя зовут? Джонатан. Дейнджер. Это карта острова. Мы не можем его бросить. Почему? Он знает, где храм. Мы сможем найти его и выбраться с острова. Как ты планировал разобраться с солдатами? Я не знал, что они тут. А еще солдаты на острове есть? Да. Что вы делаете тут на самом деле? Я знаю, что это. Оно не отсюда. Чем бы ни был этот храм, он излучает колоссальную энергию. Найди его и поскорее. Наша миссия — вернуться в прошлое и сделать так, чтобы СССР не выиграл войну. Чтобы русские не взяли Берлин, не опустили железный занавес. Не нравится мне это. Местные жители поклонялись ему веками. Все их мифы и легенды связаны с этой священной горой. Это могло объясняться лишь вмешательством высших сил. Ты герой, мистер Дейнджер. Хочешь остановить меня? Это интересно. Приключения только начинаются. Парадокс времени.